Доброго всем времени суток, с вами Тексер, и похоже, я только что открыл автобег. Правда, почему-то он у меня срабатывает с макроса, который запускает ABS, поэтому я не знаю, какая из кнопок, входящих в состав этого макроса. Я там, по-моему, задал штуки 4 одновременно, типа, нажимается, чтобы точно случайно не нажать на клавиатуре такую комбинацию. Ну, там срабатывает автобег. Так, ну чего? В нашей средневековой деревне первый месяц зимы. Промотать эту скотиняку я никак не могу. Пойдем посмотрим, что нам склад прислал. Мелкие ходят. Блин, росли бы вы уже. А то я все народ добываю не знамо где. Так, ну что, сначала в еду. А еда. Так, что у меня с едой? У меня есть мука, если что. Я даже не помню откуда. У меня еще навоз, навоз есть, я тоже не помню откуда. Так, ладно, это не важно. Шерстяная нить, шерстяная ткань. Пусть будет. Не-не. А, все отдал, да. Так. А мне бы еще, наверное, неплохо тепло одеться. Доски. Зачем доска с собой? Деревянная чашка пустая, иди нафиг. Так, хорошо. Мне надо сходить в дом и тепло одеться. Ок. У нас есть 17 жареного мяса. Это вообще прекрасно, потому что у меня ни хрена нет. У меня есть зелье здоровья. Так, давайте я мясо себе присвою некоторое количество. Феодал, я ли погулять вышел? Вот так 6 штучек нормально будет. Так, мясо. Да хренище мясо. Рыбное филе тоже вагон. Пока ничего не тухнет, все прекрасно сохраняется. Пусть работают. Удобрения почему-то куда-то сгинули. Ну, возможно, они не здесь должны лежать. Так. С другой стороны, да, что в еде удобрения будут лежать? Непорядок это. На поваров, сами видите, не хватает. Так. Белина, бревно. 200 бревен. Сильно. Это прям заявка на победу. Глины. Я же ничего не делаю. Очень мало веток. Ну, чашки глины распродали. И жоп с ними. Так. Тарелок. Хренища досок. Не хренища. Зерна такие сики нормально, каменный серп скрипали, молодцы. Семки можно продавать, я так думаю. После посева продам. Нить ткани. Лен еще не весь обмолочен. Руда лежит, мех лежит, монеты забираю. Так, овес одуванчик. О, слитков нафигачил. Кузнец молодчина. Ржаное зерно, я так понимаю. Это еще зерно. И засев полей. Блин, как-то вот разделить их. Засев полей, чтобы в отдельную кучку класть. Окей, ладно. Разберемся. Так. Я камни посмотрел. Вот что. Да, у меня есть факел. Так. Камень. 30. Ни о чем. Ни о чем. Давайте рулить. Так, что нам нужно? Во-первых, задача для лесорубов. Так, что у нас тут с домами? Недостроено, я знаю, я его сам строю. А, добыча, все прекрасно, добыча. Кстати, да, добыча. На дровяной сарай, раз. Он одноместный, да, не очень. Так. Я уберу 5% бревен. Добавлю 5% досок. И добавил дров. Тоже, кстати, неплохо. Я все равно собирался это сделать. Так. Так. Ох ты, 50%. Да ты прям издеваешься. 10. И 10% досок. Давайте, фигачить. Мне нужны доски. Так, 100% все хорошо. С этими закончили. Колодец, понятно, травник. Да, шалаш землекопов. К ним у меня тоже немножко вопросы. А, ну глины так вот наплакал, известняк. Известняк мне пока не очень нужен. А вот каменюки прям вот пипец как нужны. Давайте, работайте, ребят. Я в вас верю. Так, охота, ну с этим понятно. Земледелие, ну там все время что-то не так.
животноводство. Ну, от вас никуда не деться. Производство. Вот. Надо ли мне что-то перекраивать? Вот кухня один с двумя людьми что делает? Я думаю, мясо вам жарить точно не... А вы не жарите мясо? О, как? Меня вот эти цифры смущают. 0,64. Это как? Это меньше одного супа в сутки. Вообще несерьезно. Просто несерьезно. Я думаю, вторая кухня будет просто фигачить жареное мясо и рыбу. Пережаривать их. А овощной суп штука хорошая. Я сказал, у него даже всего хватает. А лук, жареное мясо. По идее, должны потреблять со страшной силой. Может, мне вообще стоит как-то вот свести к одному чему-то? Но, понимаете, они каждый жрет свои ресурсы. Мне это нравится. Ладно, оставлю пока. А вот пережарить все мясо и рыбу, это, да, хорошая мысль. То есть надо достраивать дом. Но у меня 30 камней. Ладно, давайте я этим займусь. В конце-то концов, что нет. Так, досок маловато, конечно, но что поделать. Пум. 30 камней меня не утянули. Надо немножко бревен тогда еще взять. А, да, 200 я, конечно, возьму, да. Ну, конечно, десяток вот выше головы. Небольшой перегруз, но не страшно. Пойду домик достраивать. Мне, в принципе, нужен еще один, наверное, лесоруб, но в этом я не уверен. И мне точно нужен еще один повар. Пастухов вообще жизнь не бережачего. Так, а вообще надо бы... Хотя я не мерзну пока. У меня была мысль, что надо бы приодеться. Что-то я не мерзну, нормально. Все неплохо в целом-то. Да, тут пилить-пилить, как говорится. Так, каменная стена. Пум. Каменная стена. Но не стоит обольщаться, тут просто уже как бы отредактировано. Я что-то увидел, что ветку нет. Это был бред. Это был бред. Булаганов-то по 8 штук уходит. Хотя, с другой стороны... Вот они и ушли. Так. 21 осталось. Чуть-чуть не хватит. Есть такая мысль. Ах, тени не чуть-чуть, там, похоже, вся стена прозрачная. Вообще надо изнутри ее делать. Наверное. Хотя, может, отсюда достану. Не, не хватит. Безнадега. Это еще одна стена. Я могу, кстати, камни-то сам насобирать. В большом счету. Не так много надо. Зимой они хорошо собираются. Здравая мысль, кстати, слушайте. Мне нравится. Ну все, 6, а надо 5. О, 5, а надо 6. Вот так. Или наоборот, или что. Или один камень есть у меня. Нет, одного не хватило. И сюда надо будет камней. 8, итого 9 камней. Ага, как бы не так. 9 камней. Девять, шесть, 15 камней надо будет. Ну пошли искать 15 камней. Так. На самом деле зимой, да, они легко ищутся, их тут дохренище валяется. Да я еще шнупских времен помню, что зимой можно камней столько набрать, что мам не горюй. Уже 5 есть. Посмотрите на эти россыпи. Да я тут на целый дом наберу легко. А потом пойду еще людей наловлю, да? Да. Вот тут большой вопрос, нужен ли мне еще не лесоповал, но мне кажется нужен. 11 уже, видите как быстро. Слушайте, я так могу, наверное, бодро довольно дома отстроить. А домов надо... Блин, вот вроде как домов надо много. Людей много, домов много. Но... Ёкарный бабай. Их же всех опять кормить. А надо опять, значит, расширять, как бы, кормовую базу. Их там всячески снабжать дровами и так далее. Вообще, гемор-то тут еще. Ну да ладно. А, не важно. Победим. А, как-нибудь да победим. Что там внутри у нас творится? Какие-нибудь палати делать, нет? Я их сделал уже. Круто.
Да и пройду. Так, крыша из дранки. Крыша из дранки. Это мне надо 8 из досок. Бревен у меня, кстати, тоже нет, что примечательно. 8 из досок. Каждая доска делается из одного бревна. Так, а вот это вот фигня. Да, это-то я еще изнутри дотянусь, а вот до той не факт. Куда я тут? Дверь дайте. О, есть. Вот хоть стену ломай. Да далее не дотягиваюсь. Дурацкая конструкция. Не могу. Придется ломать. Ломать стену, потом устанавливать. До чертова этой стены добраться. Так. Ну, я что-то собрал 4 камня, ни о чем вообще. Так. Так, все, пошел я за бревнами и за досками. Потом буду стену восстанавливать. Так, что мне для этого надоть? 8 из досок. Это 40 бревен. Я могу столько не унести. Так, у меня 40 кило лимит. Не, не унесу. Давай 20-ку. Половину. И то перегруз. Ну, пойдем пилить. А когда-нибудь, когда у меня будет много домов, я переориентирую своих шахтеров на звездку. И побелю все дома. Но в лесу, как бы видите, уже в лесу уже неплохо. Это, я надеюсь, это не дом, это рабочее место. Так, там тоже работают. Вот давайте тетку погоняю отсюда. Эй, подвинься. Подвинься, говорю. Бьянка, кыш, кыш отсюда. Так. Главное, дров не напилить. Дрова что-то такого, что пока можно пику попить. Так, сегодня не чай, а сбитень. Ну, это даже лучше. Зимой сбитень, он приятнее чая будет. Ну, что же медитативная игрушка? Я тут на просторах Стима набрел на еще одну схожую, только про Японию. Ну, она не скоро. И демки нет. Поэтому пока не буду о ней. Но по средневековой Японии это, конечно, тема. Ну, вот геймплей очень похож. То есть такой весь себя пока бомжара. Должен основать свою деревню. Развить ее и так далее. Обещает быть интересно. Хотя, возможно, у разрабов руки из задницы растут и будет как всегда. Черт его знает. Ну, слушайте, этим зимним днем я себе еще пару человек-то добуду. Правда, есть мысль, что надо на ишаке сгонять, потому что я же задолбался пешком бегать. А тогда надо будет лесопилку перестраивать. Но дров совершенно точно им не хватает. Я сейчас еще раз загляну, когда пойду смотреть, но дров им, по-моему, будут. Уже доказано, что им дров не хватает. То есть еще один лесоруб прям нужен. Загляну, посмотрю. Вдруг. Да, и бревнушек надо несколько штук взять. А я не посмотрел, сколько бревен надо. Ну, допустим, не знаю, штуки 4 возьму. Так. А, дрова, дрова, дрова. АБВГД. Доска. Ну, вот видите, дров нет.
Поэтому я, не отходя отсюда, давайте жахну по дровам. Да, мне очень все это. Дровяной сарай 1, дровяной сарай 2. Дровяной сарай 2. Ты делаешь дрова? Он их делает. Он даже ветки делает. Ну, 24 дрова в день. Это же хорошо. Так, погнали. Работает, молодец. Не ори, в суп попадешь. Чихотка? Ковид? Точно. Эпидемия. Так, ладно. Камень, идем со мной. Ты мне пригодишься. У меня тут со стеной проблемы. Так, вылез. Нет, мне нужна крыша. Да, по одному бревну идет. Это прекрасно. А вот 5 камней, это не прекрасно. Надо идти собирать, что будет. Готово. Вот это лихо, я аж настолько достаю. А с земли не могу достать, да? Просто офигенно. О, молоточек сломался. Так, ладно, у меня с собой больше нету, Пойду за молоточком. Так. Момент. Это мой дом. Заодно и оденусь. Так. Бронзовый нож. Меховые сапоги. А вот что-то с молотком-то у меня тут не срослось. А у меня же был медный-то. Или мне кажется, что он медный молоток. О, отлично. У меня с собой даже был. Так, давайте одеваться. А что я снял-то хоть? Хрен его знает. Что-то снял. Да-да, факел. Так. Бревна остаются. Доска. Жареное мясо. Что я снял-то? Сапоги я снял. Ушло. А вот что я в качестве чепчика был одет, я что-то не вижу. Ничего, наверное. Ну, без разницы. Снял и снял. Так, молоток у меня есть. Вопрос, а чего он у меня не экипирован был? А, ну я, наверное, деревянный доламывал. Ладно, пошли. Медный-то он краше будет. Так. Надеюсь, не свалюсь. Я, по-моему, где-то когтями зацепился за край. Есть. Стена, кстати, маленькая. Чего мне столько камней надо? 3 камня еще. Так, и третий. Вообще-то дофига могу набрать. Смотри, сколько камней. Летом из-за травы не видно, а зимой прям собирайся. Прекрасно. Еще порцию досок. И победа. И можно выезжать на Ишаке за новыми обитателями. Я пока тут не могу переселить на новые квартиры людей. В силу того, что со стройматериалами беда. Так. Бревен надо 21. Потому что одно я потратил, 20 я напилю досок. Неси, неси давай. Дохлятина. Снег похрустывает. Блин, как на улице, аж противно. Не люблю зиму. Ну, что поделать. Тетка прилежная, трудится.
снабжает население дровами. А население, по-моему, вовсю жгет ветки. Это плохо. Ничего, скоро вам будет помощь. Освобождай место. Смотрите, в мех переоделась к зиме-то. Где только берут. Фигачим. Так, все, и больше нечего. Да. Я, по-моему, уже веселился на этот счет, что из бревна доски делаются путем обстругивания рубанком. Из одного бревна одна доска. Ну, тут на самом деле две доски из одного бревна. Я не знаю, как они это делают при помощи рубанка. Но, по идее, должна получаться одна доска из одного бревна. При этом в опилке уходит все бревно, кроме вот небольшой доски, расположенной в середине бревна. Упс. Ну, хоть кого-нибудь, не знаю, поделили с опилкой. Разные инструменты поставили. В кузнице стоят разные инструменты. Стоит горн, стоит наковальня. Вот здесь тоже бы сделали распиловку и стругание отдельно. Зачем тут стругать? Доски и стругать. Все, бывают струганные доски. Но это уже как бы не обязательный процесс. На лесопилке, кстати, не заморачивайся. Это уже дальнейшая обработка. То есть рубить на дрова, пилить на доски. Два, так сказать, станка. Ну, можно третий. Изготавливать буратино. Так, дом, надо думать, сделан. Я его почти закончил. Смотрю сквозь дом, ну чуть не отрисовалось, что ли, добыть того не можно, он стандартный. Кузница. Вообще, конечно, да, конское надо здоровье иметь, что вот так кузница работает на открытом воздухе. То есть тут жар тебя, ты потный, выходишь чуть дальше, тебя морозит. Ну, пневмония, она тут прямо вот за углом кузницы живет. А чё я внутрь-то пошёл? Бестолково. Так. Вы посмотрите на этот медный молоток, или он такой и был? Просто вот этот третий-то... Это похоже, он так и ломается. Вы посмотрите, как он убывает, я просто офигеваю. Ай, ладно, следующий будет бронзовый. Ну, то есть тут пол молотка на дом уйдет. А в деревянных, по-моему, полтора уходило. Ну, ладно. Экономия, конечно. Потом медяхает. Первый тир. Оловянных-то нету. Бронзовый надо будет своять себе. Благо кузнецу там это... Не дозволено лапки выпускать в сторону бронзы. Построен дом? Я знаю, что построен. Так. А что мне надо? Загнать, может, что-нибудь? Раз уж я поехали. Поеду. Не уверен. Так, давайте на живность посмотрим. Курицы. Слушай, смотрите, он прямо специально. Петуху уже 3 года. Старый. Он с самого начала у меня тут живет со мной. Она курица старая. Хотя вот, смотрите, курица 6 лет. Вот это аксакал, да? Ну, просто вот... Правда, никакой петухов-то нету. О! Хряк подрастает новый. Это хорошо, а? Ишаки. Осел и осленок. Ну это ладно. Мутируют, будут плодиться. Будет хорошо. Так, толкнуть что-нибудь. Не, не готов я сейчас вот всерьез заморачиваться. Да ладно, сиди. Ишачина. Чё? Ждамир. Я так понимаю, ты этот ословод. Даже не буду с ним разговаривать. По нему все понятно. Так, ладно. Я просто не пойду в левую деревню, я пойду вот в эту вот, с курами. Хотя там, по-моему, тоже так себе было. Да ладно, добегу. Шака этого седлать. А можно было бы руды хапнуть, но я хочу по-быстрому с людьми вернуться. И один пока, да, будет безработный. Потому что чё, а кузницу я так быстро сейчас не срублю. У него, правда, камень не надо, у него бревна нужны. Ветки нужны. Ну, сейчас посмотрим.
Кузницу, не кузницу, лесопилку. И в любом случае я сначала лесопилку построю, а потом снесу хреновую. Но повар 100%. И то, я не верю, что они справятся. Я же понимаю, что у меня народ, скорее всего, сейчас жрет жареное мясо. И сейчас вот эти повара во второй... А чё вы? Ох ты ж, посмотрите на это. Он красота. Чё-то в прошлый раз не заметил такое. А чё, мужиков-то у вас в деревне нема? Рут Дельфина. 26 лет. О своих навыках. Земледелие. Ну, понятно. See you soon. Greetings, stranger. Have a good day. How are you? Так. Другие ценят мои рассказы, используют умения в моих интересах. Это какой навык, позвольте спросить, болтовня? Hail, friend. Охота. Have a good day. Мне крафтеры нужны, Милена. Ладно, я все равно мимо пойду. Просто... Вот... Черт возьми, что из этих навыков? Разговоры. Скажите мне. Что вот из этих навыков разговоры? Горное дело, охота, полевые работы, не помню, что такое, рыбная ловля, крафт. Что из этого разговоры? Пипец. Люди любят мои разговоры. Ну, охренеть. И чего? Штатным психиатром будешь у нас? Психологом? Разговоры говорить будет. Ну, возможно, это торговец. Давайте проверим эту смелую гипотезу. А, так, иди сюда. Услуги. Да, навык вот этот вот странный такой. Он ему больше нигде не нужен. Четверка. Ну, у меня хороший торговец есть. Может, у него больше, черт ее знает. Но мне, короче, нужен крафтер. Я надеюсь, что приготовление еды — это крафт все-таки. Очень невнятную систему сделали. Ну хорошо, у нее преимущественно у нее торговля, да? А вторичные навыки какие? Не, ничего больше нет. Я думал, может, пропустил что. А вторичные навыки какие? Ну, может, у нее там торговля в 6, а крафт там в 4. Он меня в 4 устроит, крафт. В принципе. Что, нет? А еще, возможно, не обучаются. Кошки, ты куда бежишь? По делам, наверное. Опять запыхался. Нормально. Блок. А какой блок? От всего спасает. Особенно от кусающей за яйца собаки. Так, я так понимаю, они заняты и сидят тут у костра. Дальше не пойду. Хоп. К вам пришел последний шанс. Недомер. Какие навыки? Охота. See you soon. Так, ты очень нагло сидишь. Ты, наверное, умеешь все. Хорошо умеет готовить еду. Похоже, что я искал с удовольствием. Отлично, там увидимся. Так.
Это повар был. Ну, это травник. А вот теперь пойди пойми, а кто у меня травником работает? Давайте посмотрим. Так. Мир огнев. Дайте сразу и заселим. То рыдать будешь. Поселить. Так. А я тебе сразу и назначу, что ты думаешь-то. Так, у нас где-то тут... Жральня. Кухня 2. Повар, конечно. Мир огнев. Так, хорошо. Еды нет, питья нет, придешь, сделаешь. Кухня 2. Че, готовим? Так, готовим в основном мясо и немножко рыбу. Давайте пополам вы это будете делать. Мне кажется, у вас одинаково будет. Ну, рыбу чуть поменьше. Хорошо. Это из соленого. Из соленого не надо. Фигачьте, ребята. Так, вам сразу задание дали. А, да, кто у меня травница? Травница у меня кто? То, может, я ее уволю? А, швейная. Житница хранилища. Хижина травника. Так, что мы тут используем? Мы используем охоту. Охота у тебя троечок. Самбоя. Самбоя. Да, но это у тебя профилирующие. Все остальное у тебя хуже. А мне нужен лесоруб. Блин, вот, вот человек на своем месте, да? А лесоруб. Лесоруб от кирка. Скотник еще. Но он, по-моему, прокачался, мне кажется. Мне кажется, они все качаются. Вот что. Вот эти вот заняты собаки. Мелких воспитывают. Не, ну, краедов тоже надо воспитывать. О! Нерадка. Водонос-то наш комнатный. И это полевые работы. Так. Полевые работы. Ага. То есть, если дойду кого-то на полевые работы достойного, достойную, я бы сказал. Так. Hello, traveler. Да я, конечно, traveler. Goodbye. Ладно, давай до следующего дойду. Короче, мне нужен либо шахтер, либо полевод. Тут сидела травница. Так, а вот какого я сейчас мужика нанял? Вот он уверял, что он повар. Мирогнев, повар. А, да, крафт. И тройка всего. И вот так, все так понтярски говорил, что я повар. А нерадка, похоже, лесорубом была. И там вкачала себе. Ну, сто пудов качаются. Потому что почти все, вот все, кого я назначил, кроме откровенно новеньких, у них большие показания именно вот в том, на что я их назначил. Это интересно. Я просто вспомнил, что здесь очень близко это расположена деревня. Так, выходи строиться, к вам счастье пришло. Снеговик, привет. Гундольф. А ты что умеешь? Сейчас мы это мирогне вот это хозяйку подберем. Хорош, мастер, хорошо умеет готовить себе еду. А, да, 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 да. Крафтер-то типа. Я понял. Любомира.
Чем торгуешь? Понятно, что я мотористка. А тебе помочь чем-нибудь? Немного шерсть. У тебя же куплю. Похоже, у меня нашлась шерсть. Свидос. А, нет. Ну, товар покажет. Там сколько? 5 было шерсти, да? Лен. Шерсть. See you soon. Спасибо. Репутация династии. Опыта дали. Так, ну чё, пошли в прибрежную деревню. Тут облом. А там, похоже, была фермерша, которую я махну на нерадку. А нерадку туда загоню в леса. Возможно, кстати, я что-то открыл сейчас. Ну, я имею в виду из построек. Хотя ничего не было написано. Что, видимо, просто опыт вкачал. Но это тоже хорошо. Так, там люди появились. Это, наверное, ближняя деревня, да? Это ближняя деревня. Так, а тут два мужика, да? Нет, мужик и тетка. Так. Мужик и тетка. Тетка травница. Травница. Или не травница. Ольга. Тамира. Мамира. Тамир, Мамира. Дофигира. Атилия. Давай, расскажи про себя. Так. Грибы, ягоды и рыбак. Have a good day. Ча, погоди. Может быть, мы тебе сейчас мужа найдем. Я даже знаю, какого. Так, ладно. Нерадка. Так, травница — это поля. То есть она полевод. Хороший полевод. Ну, давайте поверим, что это хороший полевод. Арилия она какая-то. Арилия. Ок. Ну чё, полное говно их система, я должен сказать. Так, ладно, нерадка. Нерадку все равно снимаем. Стопэ, нерадка, водонос. Это всех нам уморит. Такой водонос. Вот жопа-то. Ну, у нас есть бланк и лесоруб тоже на двоечку, на самом деле. Ну, хрен с ним. Лесорубу будет. Да-да, факел. Погодите. Берта 29 лет и ни хрена не делает. А интересно. Девки пляшут по 4 штуки в ряд. Она крафтер, но она охотник. У нас есть Хуберта. Говенная охотница. Так. Управление назначением. А как тебя снять вообще с назначения? И куда-то переназначить. В таверну. Сиди там. Так, Хуберту сняли. У нас есть Берта. Вот не работает и сидит, носу ковыряет. Так, хорошо. Берта охотник. Перевесили. Давайте я еще посмотрю на бездельников.
Ну, они тут втихаря разбегаются, да? Хунимер ноль. Ну, ноль-то понятно. Это тоже мелкие. Атилия. Атилия, да, тоже. В принципе, понятно. Так, Атилия. Так, кого в трактирщике изгнал там? Ну, это дров-то не нарубит. Ну, пусть там пока сидит. Блин, 2-1, 2-1, 2-1. Я, говорит, хорошо в травах разбираюсь, еще там в чем-то. Зашибись. Так, а некуда мне тебя пока назначить? Нет для тебя дровяного сарая достойного. Ну ладно, пора домой валить тогда. Облом. Ну, уже ночь наступила, в принципе. Так что рабочее место лесорубу будем создавать потом. Кошка даже не связывается со мной. Меня тут местные жители обидели, я злой. Не, ну понятно, что лучше хреновый лесоруб, чем нет лесоруба. С двоечкой она там мало наработает. Вот так верить их, что я в этом разбираюсь, а в том разбираюсь. Все равно лотерея, галимая лотерея. Их откровения о навыках ни о чем не говорят, вообще ни о чем. Так. Еда. Все, дальше только копье жрать. Не калорийная штука, жареное мясо. Ну, надеюсь, еще плюс повар. Они сейчас нафигачат мясо рыбы. А люди как бы отстанут от сложных блюд. Ага. Я наивен, если я в это верю. Вот. И можно будет как-то уже будет еда. Ну или надо самому к котлу вставать и готовить в безумных количествах. Не очень хочется, честно говоря. Могу, но... Блин. Я феодал или погулять вышел. Ну или надо третью кухню. А что за забор? Ладно. Я что-то такого забора просто не помню. Я, наверное... Куда сейчас выйду-то? Ну, ишак там, в 300 метрах. Где ишак, там дом. Тут, наверное, еще одна деревня сейчас будет сначала. Да, похоже, вон. То есть я немножко дальше от дома, чем я думаю. Че так шумит? Ну, тут все понятно. Ай, надо было тут тетку брать и не париться. Ах, хотя нет, это моя деревня. Тут тетку не возьмешь, я сюда ее привел. Ну все, уставший феодал пришел домой. Че у нас тут? Болибор. Ну, болибор, смотрите, болибор висит над землей, главное не спугнуть. Он поджал ножки и висит над землей. Поросенок стоит, у костра греется. Крестьяне уже спать ушли, им надоело. Даже у костра сидеть надоело, один явно очищляюсь. Так, че у нас тут, собственно? Вода есть, это прекрасно. Жареное мясо, ну да. Разной степени тухлости. Жареной рыбы, что примечательно, нету. Сожрали. Ну, я надеюсь, они теперь в четыре руки-то нафигачат. Вместе с тем, я, как видите, доска в еде. Чума. Я не наблюдаю тут еды. Сложной еды. Доску, наверное, я выложил. Так. Тут чё? Веток мало. Ветки жгут, я так понимаю. Бревен уменьшилось. Не страшно. Деревянный молоток. Для меня лежит, конечно.
30 досок есть, это великолепно. Дрова появились, еще великолепнее. Булыганов. Хапка просто. Здорово. Лен, я так понимаю, перерабатывают. 237, вроде было меньше. Медные слитки появились, кузнец работает. Монета, отлично. Навоз. Да. Так, две остроги уже. Вообще, соломы. Ну что, дрова есть, но мало. А если я посажу лесоруба, будет много. В целом все неплохо. Так, трактирщица там сидит. Ну, трактирщица сидит, носу ковыряет. Больше у меня не занятых вроде нету. Так. Короче, по возрасту должны быть все совершеннолетние должны быть заняты. Атилия. Вот, Атилия ни хрена не делает. Погодите, у меня что-то... А, ну да, я же бездельницу нашел. А, можно, конечно, построить гусятник и пахать его, пасти гусей. Гуси – это перья. Перья – это деньги. Больше ничего. Чисто деньги. Чисто деньги нужны. А потребляют они корм. Нужны ли мне чисто деньги? Хрен его знает. Кстати, почему Визибора красным? А потому что жена. Все правильно. А Валберт, потому что... 4 года. Скольких лет их припахивают к работе? Ну, меньше 10 точно не припахивают. Пусть гуляет. Как-то так. Что у нас древотехнологии? Знания. Древотехнологии. До чего достучались-то? Шахта. 5000. Долго еще. Так. 1600. Охотничий домик 2 уже есть. Вот тут все лучше всего продвинуто. 2900. У меня загон для мелких скотов. Это козы. А мне казалось, овцы. Но я уже на эту тему говорил, что как-то странно. Все время кажется, что здесь овцы. Но тут почему-то козы. С них шерсть и молоко. Козы. Ну, ладно, козы. Вот, кстати, мелкий скотятник. Тоже хорошо. Но это опять бабки покупать их. Ну, тут осталось. Вот, прилично осталось. Ладно. Тут. Кухня 2. Торговый лоток. Мастерская 3. 3500. О, мастерская 3. И бутыльки могу делать. Из глины. Это интересно. Они дорогие. У нас будет мастерскую перестраивать. Слушайте, меня уже знания обгоняют. Хотя я квестов немного делаю. Ну хорошо, в следующий... Так, ладно, тут это новоселы. В следующий заход мне надо будет переделать лесопилку одну. И... переделать мастерскую. Возможно, гусятник построить. А может быть, сделать еще одну лесопилку и туда эту бездельницу посадить. Черт его знает. Так, ладно, давайте ночь промотаем. Вдруг квест будет. Я не верю, конечно, но вдруг. Нет, квеста не было. Все расходятся на работу. Все прекрасно. Мелкий спит. То на этом все. Жмите, пишите. До новых встреч.